Северский район – одно из самых живописных мест в Краснодарском крае. Сохранить красоту нашей малой родины помогают субботники. Масштабную уборку провели накануне праздников – Дня флага и Яблочного спаса. Предприниматели и организации района организовали санитарную пятницу под названием «Бизнес района за санитарный порядок». Сотрудники фирмы «Выбор-С» поселка Афипского очистили от мусора прилегающую к зданию территорию, которая находится вдоль федеральной трассы. Ударно потрудились и работники Ильского нефтеперерабатывающего завода. Наводили порядок около торговых точек, предпринимателей, сотрудники магазинов. Подметали мусор, окрашивали ограждения, мыли окна и стены. А 19 августа стартовал районный субботник. С раннего утра перед зданием администрации Северского района было многолюдно. Здесь собрались работники Северской и муниципальной администрации. Спасибо, что вы откликнулись на призыв навести порядок в поселении в преддверии 1 сентября. Я думаю, что это не последний еще субботник перед первым будет у нас. Поэтому всем желаю ударно потрудиться, справиться с поставленными задачами до наступления жары. И всем удачи! Участники субботника разделились на группы по нескольку человек и отправились очищать вверенные им территории. Ветки, всевозможные пакеты, пустые бутылки. Мусора собирать пришлось много, причем самого разнообразного. В субботнике приняли участие более 1700 человек из разных населенных пунктов района. Не все жители знают, что поддержание порядка на придомовой территории входит в их обязанности. Это прописано в правилах благоустройства поселений. Тем, кто не следит за чистотой, доставили уведомление о необходимости устранить имеющиеся нарушения.